поздравляем вас с победой. У «Динамо» сегодня получилось два разных тайма. В чем видите причину? Спасибо за поздравления. Причина, наверное, в том, что немножко половина команды была на чемпионате мира, а половина работала здесь. И, может быть, как раз вот во втором тайме свежести не хватило, потому что все-таки игры были напряженные, а у ребят, наоборот, не было очень долго официальных матчей. И поэтому, может быть, где-то растеряли игровой тонус. Очень доволен тем, что тактически правильно сыграли. Очень хорошо цепко в обороне страхуют друг друга. Вот, проводили быстрые и резкие выпады контратаки. Неплохо подстраивались, выходили из постоянного прессинга. Мы действительно готовились к этому. Вот. Учитывали то, что, конечно же, чемпионат мира. На мой взгляд, отрицательные эмоции игроков, которые сегодня представляли сборную России. И действительно, эта игра и показала. Постарались воспользоваться этим моментом, вот, показали очень хорошую игру. И я считаю, что как бы достойно сыграли. Может быть, где-то не повезло, могли бы и в ничью сыграть. Вот, но, наверное, все-таки справедливо, что мастерство действительно у игроков «Динамо» очень высокое. Любая ошибка, любой эпизод, который неправильно был сыгран, практически был 100% голевым. Тем не менее, с игры в первом тайме, если были определенные ошибки, мы сделали небольшие корректировки, поправки. И, в общем-то, во втором тайме практически «Динамо» не дали создать тех эпизодов, которые они были созданы в первом тайме. Немного обидно, что, конечно, три гола со стандарта – это очень много. Вот, но еще раз повторюсь, что мастерство игроков очень высокое. Практически два гола были забиты классно. Вот, но исключением там третий гол, рикошет, где повезло там игрокам «Динамо». А остальное, конечно, были сыгранные стандартные на очень высоком уровне. Поэтому в целом, подводя итог, могу сказать, что мы с высокоподнятой головой уезжаем. Мы показали достойное сопротивление лучшей команде. Показали очень неплохую контр-игру. Вот, ну и будем готовиться дальше, работать дальше. Я считаю, что негативных моментов в игре команде не было. Это дает возможность им высокоподнятой головой работать дальше и совершенствовать свою игру. Quiero agradecer al público la asistencia. La grada está bastante cubierta. Había pocos espacios, sobre todo por el centro. В свою очередь тоже хочу поблагодарить публику, пришедшую на матч. Трибуны сегодня были достаточно полны, особенно центральная. Что же касается моего мнения относительно игры, оно очень схоже с мнением моего коллеги. В первом тайме казалось, что мы смогли найти ключ к воротам соперника, создавали моменты, но, к сожалению, не смогли многие из них реализовать. Во втором же тайме нам не хватало агрессивности в атаке, не хватало желания. И мы не могли действовать по тому сценарию, который был намечен на эту игру.